Дорогая молодежь, сердечно хочу пригласить вас на молодежный конгресс, который состоится в 2023 году с 9 по 11 марта. Он будет проходить в штате Техас, город Тайлор. И мы ожидаем всех вас, чтобы вы приехали на этот конгресс. Тема конгресса, мы назвали ее «В начале было слово». И Библия говорит, что в самом начале, прежде вообще всего, что существовало, было Слово Божье. Оно было у Бога, и это само Слово был наш Господь. Молодежь, мы искренне желаем, чтобы в вашей жизни прежде всего на первом месте было Божье Слово. И этому посвящен будет молодежный конгресс. Мы сердечно вас еще раз приглашаем, хотим вас видеть там. И вся информация об этом конгрессе, кто будет проповедовать, какие будут семинары, вы можете найти на нашем веб-сайте. Там также будет у вас возможность закачать application, где будут постоянно происходить обновления, и вы сможете видеть всю новую информацию. Молодежь, найдите время, постарайтесь сделать все возможное, чтобы вы могли сами приехать на этот конгресс и пригласите ваших друзей. Мы ждем вас, пусть Господь вас благословит.